мечтала сама участвовать в этом проекте. Моя мечта сбылась. Украинская певица Таисия Повалий – частый гость в нашей стране. Дуэты с Николаем Басковым и Стасом Михайловым помогли добиться ей признания. Но на «Двух звездах» компанию ей составит не профессиональный певец, а народный артист России Александр Михайлов. Лично я не люблю соревноваться. Я просто живу по принципу «отдав приобретешь, взяв потеряешь». После знаковых ролей в фильмах «Любовь и голуби» и «Мужики» Александр надолго стал кумиром советских женщин. Но мало кто знает, что в свободное от театра и кино время он любит музицировать в компании своей гитары. Кроме волнения ничего нет. А я уверена, что у нас все получится. Да. Две звезды. Целую ночь соловей нам насвистывал. Город молчал, и молчали дома. Белая акация, груздья душистая, ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Промчались седыми, нас делая, где чистота этих веток живых. Только зима да метель да белая напоминают сегодня о них. Только зима да метель да белая напоминают сегодня о них. В час, когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую я. Белая акация, друзья душистые, невозвратимы, как юность моя. Белая акация, друзья душистые, Таисия Повалий, Александр Михайлов.